Пару слов до нашей прессы, бля. Здравствуйте, наша пресса. CNN компания, ебать. Вот, привет передаю твоему товарищу, Скале. Скале, да, надо, надо. Скале обязательно привет передаю. Приезжай еще к нам. Может, лучше в их там? Как-то у нас поспокойнее будет. Ну, вот, смотря, может, им придется. Кто его знает. О, спалили, да? Домик. Банька, водки, девки. Без стрельбы. Ну, я думаю, Скала будет рад тебя увидеть и услышать. Ну, я тоже буду рад его увидеть еще раз. Где-нибудь в более там кафехе, в кабаке, в бутылочке водки. Да не с одной. Тут какие-то буржуи жили, по-моему. Ну, по-разному, разные люди тут жили. Не, там дома заебатые, да, вдоль речки, которые там, блядь, и выход к воде охуенный сделан, считай. Ну, если все равно еще, если Шелинск тебе позвоню, ну, из дома. Звякну, у меня твой номер-то есть. Ты уезжаешь сейчас? Ну, сейчас, сейчас недельку-то побуду. А с концами или еще вернуться дома? Вообще, еще приеду по-любому. Через сколько? Хуй его знает. Ну, полтора-два месяца не надо, я думаю, потому что, бля. Через два месяца, я думаю. А может, и раньше, не знаю. Вряд ли это скоро закончится, правильно? Видишь, говорю же, мне нужно до 15 числа уехать. Чего? Апреля. Чего? Почему? Угу. Ну, потому что у меня есть, как сказать, это воинское требование. Ну, на билет бесплатно, чтобы ехать. А. Вот. А потом не ехать, а на что будет. Ну, ты можешь попасть в штаб, потом получить зарплату, деньги. Ну, видишь, у меня 2 мая у матери юбилей. А. Надо попасть. Долго тебе ехать?